все, значит, получил запчасти на ТО. Ну, 610-й ман. На всякий случай прокладку оригинальную. Клапаны крышки. И канистры. Масло движки в движок и в коробку. 4 на 4 поменяем. И посмотрим, что у нас получится. То есть еще тогда уже можно будет на 30 тысяч. Через 30 тысяч только менять. Вот мамасик у нас обучается всякими современными штучками. Телефон, планшет. Так. Здесь тоже скайп есть? Это? Или это не подключенный? Не, ну есть, но не подключенный. Так, вот как мне позвонить сейчас? Трубочку нажимаешь. Телефонная трубочка зеленая. Да. Все. Выбираешь, какой тебе номер надо. Нажимай на этот номер. Ну вот на солнышке номер нажимай. А где тут? Ну 6220, ее же номер. Так, а 56 это кто? Это кто у меня 56? Это городской номер какой-то. Да. Ну, солнышко, набирай номер. Тыкни один раз. Ну, 6220 в конце это ее. 6220, это все ее телефоны. А почему столько телефонов? Ну, они как бы записываются по времени, кто когда звонил. На любой нажимай. Все, и вот зеленую трубку нажимай. Или вот эту, вот на этот номер нажимай. Как, вот а вот, да, да, да. Вот все, пошел. Пошел вызов. А там какой... Ну, Наташа, блин. Опять захерачила дверь. Ну, что? Конкретно, блин. Вон опять долбанула. Совсем неаккуратно ездит. Вот первые пассажиры. Здесь у нас поедет сегодня 8 человек. Димасик туда полезет. В общем, короче, мы едем не толпой. У нас никого нет, Дима заболел. И вторая семья побоялась, чтобы заразиться, и поехала. В общем, не обогащенный уран, он не выделяет. Это вот Димасик тут с часами Советского Союза балуется. Да? Это будильник такой. Круглая печка. У нас такая же там была. Когда ее сильно перетопишь, вот этот кузбасс-лак, он начинает пахнуть, как сейчас. Это вот солнышко тут, кухонька. Здесь, по-моему, русская печь, да? Да, это русская, русская печь. Чтобы спать можно. А? Чтобы спать на ней можно было. Наверху-то? Да, пожалуйста, вот. Видишь, солнышко? Русская печь. Вот здесь можно спать. Я в курсе. Я как-то спала на печке. Зато прогреешь косточки. Так, тут надо фуфаек накидать. Можно. А? Спать, там очень жарко. Все, замерзло, что ли? Так сними ботинки-то. Дима! Да! Мама, у тебя такие залфетки, слишком уж влажные. Вот, заехали во двор. Все, поедем. Пойдем костер разжигать. В этом. В котелке суп варить будем. Это вот музей. Тут такой утюг. Был раньше угольный. Сумка, сетка. Всякие подковы, цепи.
орудие труда, счеты, гитара с двумя струнами, дедушка, писатель, как сейчас молодежь считает. Кто такой Ленин? Да писатель какой-то. Лыжи самодельные, часики с кукушкой. Вот тут, пожалуйста, орудие труда. Дрова. Вот нарубил тут щепок. Там он Палыч пошел баньку нам затапливать. Вот там новый дом. Мы решили в этом остановиться, в старом. Тут более такое все деревенское. Печки дровяные. А там электрическое все. Два котелка. Но я вам сказал, Палыч, чтобы он казан сделал. Будем разжем костер, а то в котелках будем суп варить. Давай вдвоем будем мешать. Давай. Давай. И вот так вот. Тык-тык. Тык-тык, это у вас уже угли. Нет. Вот Дима сколько дров нарубил. Да? Дров нарубил много? Еще немного, надо еще. Куда еще? Давай, Калим, учись у дедушки. Надо еще полюбить. Да? А? Внук. Внук. Это у меня здесь жена, дочь и внук. Понял уже. Что есть? Фу, это козий. Фу. А что есть-то, скажи? Я жопу козе облизала. Фу. Это вот козье молоко. Пробуем. Заходи, смотри. Нормальное молоко, отличное. А чем пахнет-то? Я не чувствую. Оно не пахнет. Оно не пахнет, оно у него привкус. Соленоватый, что ли? Соленоватый. И что, это фу, что ли? Какое соленоватое, оно козой прямо. Воняет, вот как коза пахнет. Так если не пахнет молоко, как оно козой воняет? Вкус такой, не пахнет, вкус такой. А, ну это ты имеешь в виду, что как в 41-м, да? Я тебе все время говорил про 41-й, да, что вот это мне это не нравится, мне это не нравится. Мне только суши нужны, картошка фри, да? Мы так-то вообще-то не в 41-м. И что? Козье молоко настоящее, вы что? Да никто не. А это что в баночке? Сметана. Тоже у них взяли? Нет, это городская. Да? Да ну мне нормально молоко. Говно какое. Так, это самое. Все, села вот там. И не выражайся. У меня все готово там. Варим суп. Банька топится. Ну вот и неси. Одной хватит. Так там мусор прикрыт. И что? Ну тут. Вот сюда прямо кинь здесь, да, чтобы мама стояла. Дима. Значит, молоко не стало козье пить. Покажи рожу, как ты сделала, когда ты молоко выпила. А ты запрыгала, как коза. Гадость какая. Нормальное молоко, чуть-чуть соленоватое. Ну и что? Оно не соленое, оно горькое мне показалось. Да. Молодое поколение, блин. Хрена вы не понимаете, городские.
Нашелся на этот деревенский. Я, по крайней мере, выпил он уже, сколько, грамм 600 выпил точно. Ну, обосрешься. Чего вдруг-то? Я бы не знал, что оно такое жирное прямо. Ну так-то да, обычное. Обычное молоко нормальное. Жирное, это когда ты пьешь, и у тебя вяжет все там внутри, понимаешь? Вяжет. А тут нормальное обычное молоко. На вторую. А что на желтый, мам, такая? Я вообще не охреневаю над ней. Надо было ей суши взять, сырые здесь, принеси, и пусть она сидит, свои суши разъедает. И эти там, что она еще там ест? Картошку фри. Мясо нормальное. На. Картошку фри ей надо было принести сюда. Что она там еще любит? Интересно, как так? Ложи нормально все. А почему там желтый? Ну, тут другое мясо. Нормальное мясо. Сил не хватает. Отдыхай. Сил не хватает. Ты вторую-то не будешь разминать, что ли? А? Б. Да я это положу. Масло может много добавить. Ну, что-то да. Что-то цвета такого. Говядина. Нормально все пойдет. Не себе. Лишь школьники слушай, ходят тут. Хорошая тушенка, блин. Школьники ходят. Что, школьники? Угу. Ну, тоже школу мы видели. Ну, да. А что они ходят, школьники? Это сегодня воскресенье. Дим, это ж стол. Чем ты сидишь с нами? Весь грязный. Ты весь грязный, Дима. По столу не ходи. Ого, ничего себе тушенка такими кусками. Я сейчас приду. Кто бы знал, что орская тушенка такая хорошая. А вторая какая была? Я все время беру такая. Кунгурскую, а орская. Ну, орская это Оренбург. Смотри, что кусками прям у меня. Хорошо. Вообще, блин. Ни хрена себе. Видишь, супец с дымком. Вон банька топится, видишь у нас? Уже дымок пошел с трубы. А он что, правда две затопил? Нет, одну, вторая, это вот она. Он говорит, я и ту, и вам и ту затопили. Не, ну мы уже он определились. Он дом сказал, и тот затопит. Мы уже определились, что будем вот в этой. Надо попробовать, папа, вдруг бы ты это... Че? Залез. Не, ну я да здесь, ну, там, если надо, залез, я залезу, там, если да надо. Это, ну зачем это мучиться, блин? Ты даже там в полный рост не встанешь. Сейчас я даже покажу, что за баня такая. Дима, ты где это украл? На стене взял? Ты руки-то смотри, что с твоими руками стало. Вот баня, она раньше по-черному была. Да, он новая. Но для меня тут будет тяжеловато, конечно, в нее заходить. Она жаркая. Она правда черная. Да, она это. А люди-то тоже черные. Вот, перед баней. То есть она вот как бы. Вот она всего тут. По пояс мне. То есть. Туда заходишь. Да, это баня по-черному. То есть туда заходить, блин, на корячках. Где свет? Не знаю, где-то свет есть. Там внутри даже свет. Ну тут тоже печка железная. Ну такая маленькая. Тут это надо раком с раком то или на коленках заходить туда. А напаришься оттуда, потом не вылезешь оттуда вообще. На. Надо дровишки подкинуть, солнышки там.
Тебе дровишек подкинуть? А? Вот как у нас суп варится на костре. Походный. Дома на газу-то хрен её скипятишь, блин. Банька уже практически готова. Они пошли дом смотреть. Здесь уже тоже практически все готово. Практически все готово тоже. Вот это банька. Сходили, попарились. Долго сидели. Шапку холодной водой смочу ледяной. Там снег идет на улице. Ледяной смочу, на голову положу. А сам пару туда. Организм горит, а голове холодно. Поэтому организм хорошо так прогрелся. Вот. Все, все вчетвером попарились. Димасика тоже попарили. Все, суп у нас уже сварился. Сейчас немножко отдохнем, суп подогреем, будем ужинать. Снег идет на улице. Класс, вообще отдых. Обалдеть. Дима, суп ешь. Мяском, иди. Это вот суп, сваренный на котелке. Котелок на костре варили. Как, солнышко? Хлеба мама купить забыла. Как не взяла соль, она мне взяла лук и морковь. Ладно, здесь хоть есть картошка, лук, все это есть. Дима, иди ешь суп. Так, все, без претензий. Я говорю, что все есть, говорю. Садимся и кушаем. Все, не вопрос. Ну все, мы тут отдохнули. Кузька нагрелась тут у печки. Спину прогрела. Димасик тут уже слез. Солнышко тут порядочек навела. Намыла все пленки, клеенки, пленки. Холодильник-то работает? Работает. Дима! Дырка в полу, Дима. Дырка в полу. Дима, дырка в полу. Она не открывается. Открывается, она кочергой открывается. Ну, чем-то надо. Специальный крючок такой. Дима, дырка в полу. Вот здесь. Под подполье. Подполье. Дима, поехали. Не, вы пока сидите здесь еще. Я пока машину про. Так, пошел машину заводить. Посмотрим, что там на улице. Говорят, снегу навалило. Уже темнеть начинает. Ну, двухкассетник. Книжку. Навалило так это. Хорошо, он еще идет. Он такой сырой. Заведем, пусть греется потом. Почистим все это дело. Как греется. Красота. Снежочек такой валит. Если камеру включу, видно будет. Да, видно. Снежок хреначит. Ну, выключайся, давай. Ох, хорошо. Настоящий деревенский отдых. 150 километров до дома пилить в такой погоде. Моя любимая погода. И вот мы покидаем наше место отдыха. Солнышко закрывает ворота.
Время 6 часов, мы приехали, мы сюда в 12. Ну вот 6 часов тут и были. 6 часов отдохнули. Нормально. Не пролежь, честно себе. Заплатили 1500. Но это, по идее, мы могли бы тут сутки жить. И в бане париться хоть целый день. Можно жить в деревне. Дорожка, блин. Уже авария какая-то, что ли, тут? Да не, он чистит, ну тебя нафиг. Не, вот этот что-то, смотри, оцепленный здесь. Оцепленный прицеп. Кто-то бежит бегом тут он. Да вот он чистит, что... А, он пошел. Прицеп этот, видимо, двигает. Или они буксуют, заехать не могут. Они отсюда вот выехали. А, он куртнулся туда. Он вытащил его просто. А, да? Ну, эти все сразу остановились. Посмотреть же надо, любопытно же, что тут произошло. Долбоё. Да ты же помнишь тогда этот сказал? Да это же легковушки, они же бестолковые. Ну. Ты в кювете, они за тобой. Да. Вот мы и приехали. В круг получилось 300 километров. Номера он все, блядь, все залеплено нахрен.